Відкрита трибуна. Курс гривні почав падати. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано та на якому рівні він зупиниться? Ми особо не замічаємо цього, звісно. Ми замічаємо, коли піднімається. Діло в тому, що курс падає, а ціни залишаються прежніми. Одежда – та ж ціна. Продукти, в принципі, залишаються ті ж самі ціни. Ситуація в країні не дуже проста. Війна йде туди-сюди. Тому плюс... Как бы наши депутаты, они как бы ничего не делают для этого просто. Мне кажется, они искусственно это все держат и обосновывают это войной. При мне 3 раза меняли курс вчера. Сначала повысили, потом понизили. Честно, я вам скажу, вот если честно, вот это то, что доллар поднимают, это во всем виновата политика. Если политика б не хотела, давно был курс 1:1. Доллар, он же стоит на месте, на самом деле. От чего это зависит? Ну, от той политики, которая в каждом государстве своя. У нас своя политика, у вас своя политика. Поэтому трудно сказать. Я не могу на это влиять, поэтому мне приходится просто приспосабливаться. Да, и находить хорошее в этом. Все равно надо находить. И опять же, в трудные времена нужно включать голову, чтобы иметь возможность зарабатывать. Це може бути пов'язано ні з чим. Це може бути просто якась оборудка для того, щоб люди чи здавали валюту, чи навпаки скуповували валюту. Я гадаю, що це все фінансові ігри. Щоб правильно зрозуміти раціонально механізм, треба просто розумітися на економічних явищах. Багато років. На літо курс завжди падає, а восени, коли закінчується сезон, він завжди підіймається. Тому я думаю, що буде підіймати зараз долар, євро, а гривня буде падати. І якщо дивитись навіть в інших країнах зараз, як Казахстан там і так далі, то там теж дуже сильно піднявся курс. Їх валюта впала, а долар піднявся. Це, я думаю, що це зараз повсюду так. Це зв'язано з нашою нестабільністю в країні, з цим, тільки з цим. Я думаю, що... Когда-то это должно закончиться, потому что так долго продолжаться вот этот хаос он не может. И люди устали, и сама система устала. Я думаю, что-то поменяется. И надеюсь, конечно, на лучшее. Это же кому-то выгодно, и он только знает об этом, потому что всегда, каждый раз, когда были скачки, гривны и доллары, всегда кто-то на этом грелся. Вот. Мы страдаем только от этого, поэтому мы наперед ничего не знаем, мы были бы готовы тогда. Я увидел, что он упал. Я не считаю, ну явно не с тем, что наша страна делает большие успехи или какие-то там экономические у нас там появилась стабильность экономическая или рост. Это явно какие-то, скорее доллар сам по себе ослаб чуть-чуть на мировом рынке. И это никак не заслуга нашего государства. И не знаю, хорошо это для нас или плохо. Ну, в принципе, дорогой и в принципе это все безнадежно. Відкрита трибуна.